первые случаи заражения коронавирусом не были для нас неожиданностью. Алло. Алло, Ленчик, привет. Да, подруг, привет. А ты посмотрела кассету, которую мы тебе давали? Какую кассету? Ну, ту самую важную кассету. Так это, я досматриваю уже. Всем спокойно. Самоизоляции. Мутим танцы, даже на дистанции. Разукрасим этот карантин. Позитив наш лучший витамин. Теперь убрано в доме, в шкафу и на балконе. Одену платье, подушку, сниму в ТикТоке видюшку. Пусть так, с лица не буду, пойду помою посуду. Накажусь даже для фотки, скучают новые шмотки. Ой, никуда мы не летим, сходу залетаем в магазин. А мы хоть далеко досидим, I'm a Russian quarantine. А я дома, 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 мой танцпол кровать. Мне хватает в натуре этой малой квадратуры. Сериалы, игры, спать и собакой погулять. Ничего не посетить, видимся, посетим. Посидим и посидим, видимо и досидим. Только мы ведь не грустим, все на нашей совести. Дома лучше по-любому, чтоб вирус не разнести. Ой, никуда мы не летим, сходу залетаем в магазин. А мы хоть до лета досидим, I'm a Russian quarantine. Мы узнали, что 50% просмотров идут без подписки. Поэтому, если ты не подписан на этот канал, подпишись.